Не менее интересный досуг, но уже для детей со всей страны организовывают и анапские здравницы. Дети купаются в море, занимаются спортом, проявляют себя в творчестве. Кроме того, именно в Анапе маленькие отдыхающие часто имеют возможность пообщаться со своими кумирами. Например, Федеральный детский центр «Смена» регулярно посещают известные люди и звезды российской эстрады. На этот раз к сменовцам приехали известный танцовщик, хореограф, участник проектов «Звезда танцпола» и «Танца на ТНТ» Эльшат Шабаев и артист лейбла «Black Star» Мод. Эльшат Шабаев провел для детей мастер-класс по хореографии. За несколько часов он показал то, чему танцоры учатся месяцами. В течение 3 дней сменовцы будут разучивать танец, с которым выступят на одной сцене с певцом Мотом. Он также проводит для них мастер-классы только по вокалу. Артисты с удовольствием отвечают на вопросы детей и раздают автографы. Впечатления от таких встреч одинаково яркие как у ребят, так и у самих звездных гостей. Я очень рада, огромные эмоции просто, и волнение, и радость, и переживания. Но в общем это все складывается в одно, и невероятное ощущение. В целом, очень нравится со всеми работать, особенно с младшей группой, это прям душа. Они меня так сильно расслабляют, что сосредоточиться невозможно, порой бывает. Что-то начинаешь объяснять, у них сразу какие-то ассоциации на движение начинают, какие-то вопросы, да, у тебя это напоминает это рыбка, это там змейка, это там небо, и начинаешь расслабляться, и все. Тут надо как-то себя собирать, а не их.